Всем привет, дорогие друзья, с вами Эксонанс, и сегодня у нас зарубы стримеров, но прежде чем мы подойдем к зарубам стримеров, друзья, сегодня мы, к слову, играем с Нагингом, у нас сегодня вторая часть, напоминаю о том, что у меня на канале огромное количество видосов различных рубрик, а что если, гайдов или фишек, залетайте, смотрите, ну и конечно же не забывайте, друзья, поставить лайк, очень мало лайков ставите, но надеюсь, сейчас немножечко поправим эту ситуацию, и конечно же подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на мой YouTube канал, ну и конечно же подписывайтесь на YouTube канал. Нагинга. С Нагингом сегодня задушили друг друга, можно так сказать. У нас это идет сейчас третья и четвертая каточки. Предыдущие каточки вы можете посмотреть по ссылочке в описании. Первые две игры. Ну а сегодня у нас продолжение зарубы. Ну и конечно же, друзья, лайк, подписку, добрый комментарий. Ну и пожелаю всем приятного просмотра. Сегодня у нас заруба будет на нескольких персонажах. Будет на Бонике и на Вайпере. Ну, одна каточка на Алрандоме, другая каточка на Иксельке. Как здесь повернется геймплей и какие будут игры, конечно же, узнаете. Друзья, всем приятного просмотра и полетели зарубы стримеров против Нагинга. Ну что, некстовая катка поехала. У нас тоже добавились составы в противоположной команде. Играем сейчас за Сентов. В прошлой играли за Скоржей. Бобник выпал. Нормально. На Бобнике суету наводить можно. Погнали. Закрываем. Ну, нормально. О, там Z выпал. Вот это Z, вот это будет проблема. Z будет проблемой. Ну, давайте пробовать. У нас, в принципе, у нас только единственное. Люкан лишний. Что такое чаленги? Чаленги — это задание какое-то определенное, которое нужно выполнять. Челлендж. То есть тебе дается задание. Собери 5 сапогов. Вот ты собираешь. Вот это вот чаленги называется. Чаленги. Блин, нормальный пик. Ну, я единственный тут керри. Ой, хаос. Нормальный рандом, да? Хаос, да, хорошо. Удачного вечера, спасибо. Да, нормально. Ты что, дурачок, что ли, пит фигня? Лол. Пит фигня, говорит. Ладно. Пита взял, припикнул. Блин, это ж такой... Кто там пита может остановить? Отпуш хороший. Подождем. Подождем. Зря он питарий пикнул. Тут не крачи будут, конечно, дрочить. У Боники я тут не уверен. Тут жестко, тут жестко. Посмотрим, как пойдет. Проспал, начал стрим, как прошлые катки закончились. Нормально, прикольно. Паново. Паново. Самое главное, контентно. Все остальное мелочь. Сейчас идем некстовую на рандоме Боник. Ну, Боник, на Бонике раздать можно, но нужно будет прям постараться. Потому что там поле против меня есть. Есть стан, есть еще стан. Очень много дэмэджа. Постараемся. ЗЗ. Рыбы. Свин. Плюс они же еще в этом, в Дискорде. Мы без Диса сидим. Без Диса. Без Диса. Зря он репикнул. Четыре секунды держит. Руты от пуш. Прям пушка. ХЗ, смотрите. На ком... увереннее играете. Ура, Z, чао, спит. Сам сыграл питом на кенте не очень. Ну да, кентавр. БКБ сразу первым слотом, брат. А если мы попробуем подфармить немножко? Нужно что-то, закрывашку какую-то. И потом будем смотреть. Но тут файт будет так, что, скорее всего, меня будут сливать. Посмотрим, как пойдет. Нужно будет хекс. Я, ну, стандартом хекс сделаю. Сейчас посмотрим, как в миду постоим. Если в миду получится отзвонить хорошо. Если хорошо получится отзвонить, то сможем. Если нет, то нет. Если нет, то нет. Посмотрим. Сейчас пока ждем, ребятки. Ждем и погнали.
Гоуа. Гое. Гое. Главное, пуджей нет, чтобы руну выхукивать. Под руну. Не будем здесь рисковать, ставить в падлу. Падлу ставлю здесь. Да, направить не могу, прикинь. Осуждаю. Свои микроконтроли. Делей, кстати, у меня появился. Лига, читы подрубил. Лига, читы подрубил. У Вардена нету этого армора. Больно будет. Первое время. Здорово. Дела нормально. Надо было хильнуться перед заходом. Стрим удалю сразу, друг. Я стрима не оставляю. Стримы не оставляю, вы же знаете. Потом отдельно пересмотрите. Если что. Это кому надо будет. У него инвиз, что ли? Нету на миду. На базу сходил. Поле кидаешься 50 секунд. 50 секунд у меня есть, но уже нету. Ребята на топе что-то страдают, да? Там фура гоняет что-то. Жестко. Как пересмотреть стримы, не остаются. Я потом отдельно выложу, чувак. Все просто. Все, я понял, дядь. Без Б. Как скажешь.
Как скажешь, бро. Отойдем. Соул, дофармим. Тяжело, мне его можно задрочить, но убить маловероятно. Надо плюсик еще. Потому что поле себе под ногу поставит. И уже все. Поле под ногу и поехало. Али, в магазин сбегаем. О, у нас огр есть, оказывается. Нифига себе, а с огром могли уже загнобить его так-то. Знаю, где там огр был. А вот и огр. Подойди к крипам. Лига. Ой, лига, крипочка. Лига, ну ты даешь, бро. Круга силы нету. Лига. Когда дается первый спел Зета, ты что должен сделать? К крипам подойти. Если что. Куда отойти? К крипам идти. Он не знает, как спел у Зета работает. Что, аппарат там динает. Стоит. Души его там. Сейчас опять сфидишь, что ли? Лига, конечно, блин, как обычно. Как... Да к крипам иди, ё-моё. Ну, лига по КД просто. Просто по КД его фидит. Может Огр, наверное, прийти спокойно, там, помочь без фида, чисто. Чисто прийти, подраться нормально, как мужчина с мужчиной, видишь? Вот и все. Сейчас там у него ранний медас будет. С некрачами будем баловаться. На Next, наверное, на САПа сяду. Меня так поднапрягает, что подгангать просто разочек его. Я ему как такового фарма не даю особо. Чувак на огре подошел, подфидил, уже тяжеловато будет. Хаос тоже фармит. Ладно, сейчас тут кушаем. Сам не убью. Где Огр ходит все это время, дядь? Приди на мид, я тебя прошу. Смока... А, он опять в таверне. Блин, лига, ну... Ладно, че я буду с него просить что-то? Пофиг. С него нет смысла просить что-либо. Я сдохну, скорее всего, да? Жестко, конечно. Не могу.
Все равно умираю. Заслуга моя такая. Надо в боковые лайны выходить и все. Я не могу ничего в миду сделать. Ничем не могу не помочь. Ни себе, никому. Бред, конечно. Тупизм. Мидас уже есть. Зет такой, на самом деле, противный герой. Тяжело с ним. Я, например, бью физикой, мне, я его не могу пробить. Поле кидает и все. Но сейчас, может, ребята что-то сделают. Сейчас тут крипа подкушаем. Блин, не успел добежать. Хреново. Хреново. Крипа не успел. Ура идет, нифига себе. Стакать будет. 500 хп, но там хаос на подсосе стоит. А можно пройти, спасибо. Но у меня огр тут рядом, если что, уже. Хорошо. Пойдет. Огр рядом пойдет, сможем. Ранние некрачи будут. Очень ранние. Сейчас бы какой-то зацеп. Есть крипы, интересно? Крипов нету, но я его не убью. Даже не сходя, исходя из того, что там. Крипов нету, тут нету дастов. Отлично. Но я тут ничего не смогу один сделать. Блин, Зет промахи дает просто и все, я не могу дамажить. Как бить? Я не понимаю. Что за шадота? Хорошо. Вот так вот найс. Так бить можно. Так бить можно. Во. Так бить можно. Крипа, крипа. Мне крипчик нужен, блядь. Пойдет. Где? Куда убежал? Жуманакс. Жуманакс куда-то убежал, ребят. Чат тихий, потому что все смотрят, другалек. Все смотрят просто. Сегодня же не стандарт стрим. Сегодня более такое. Именно агрессия. Дотка, агрессия. Надо тоже по пушу работать. Но я сейчас пойду мидаст. Будем мидасить. Немножко надо будет тут подзапотеть. Но там фарм намного быстрее. У меня левел хороший. Не знаю, как там. За это очень сильно по левелу отстает. Стараемся еще сильнее газануть по левелу. Sufficient man. Дождемся. Дума туда еще. Нормально, еще кого-то тут заберем. А, отменили. Ладно. Отменили. Покайте. Я, наверное, попробую в хекс выйти. Какой-то. Давно на Думе не показывал игру. Да, на Думе что-то давно уже не играю, дядь. Как-то давно не играл на нем, согласен. Но тем не менее. Тем не менее. Они в лесу, наверное, вардик поставили. Что-то подсказывает. Я тут не вывезу один его. Б. Куда ты? Я ушел уже, камон, братулец. Я ушел.
Стак. Подойдешь? Ну, я сейчас тоже следующим сдохну, мне ничего нету. Три героя. Три героя пришло. Даже как бы не пришло сейчас МКБ первым слотом делать. Арчит дешевле с ранней киллы. Арчит переворачивается двумя драками, дядь. Хороший артефакт, я не спорю. Но я чувствую, тут придется фаст МКБ делать. Прям МКБшку придется делать, скорее всего. Недавно заказ задум с Альфа-Волком Буризой. Да, я помню. Я выполнил этот заказ. Точно помню. Этот заказ я выполнил. Аппарат еще идет. У него глиммер есть. Глиммер. Надо дасты купить и с глиммером пустить его. Идем в лес. Дасты возьму, чтобы можно было вату забирать. И меда с ним, крипочка лоу. Спасибо, дядь. Но я думаю, мне там прям жестко накидают. Хорош. На вставочку. Ух ты! Ну, дамагнул. Можно за... А, нет, нет ХП. Эх, такой. Мог на ТП уйти. Мог на ТП уйти. А вставочку сделал, но что-то думал убегу. Он даст и сразу заюзал. Вот это, конечно, такое себе. Ну ладно, у нас еще кентавр есть. Ничего страшного, пацаны. Все ошибаются. Ну, раздал хорошо, пацанам. Раздал стиля. Хаоса забрал. Долго, конечно, бил, но забрал, смог. Смог, если что. Да, герочек будет покупать, да? Привет. Нет, музыку не ставим. Да, горит, потому что хейтят его. Там хаос еще, с хаосом проблема будет. Сейчас посмотрим, как пойдет. Нужно дальше темп такой держать, выйти в МКБ и все. МКБ где-то к 22-й должен сделать. Пару фражочков. И дальше в хекс какой-то. Хекс БКБ. Там уже тревел есть. Я сейчас стрик отдал. Тревел есть, стрик отдал. Ну, нормально апнулся, кстати, за эту драку. Хорошо апнулся. Таблица вот, смотри, останавливаю. Все. Пойдем, я в лесок нырну. Тэшку пойдем. Ура, ТП дает. Ну... Какого черта? Ну что это? Вот только услышал звук Фуриона и залагал, все. Конченый интернет. Уже раза 4 сегодня лагало. Но я, походу, дропнулся, да? Ну... Блин, фуру мог забрать, фражочек фришный.
Жалко. Хорошо. Хотя бы так. Уже хорошо. Блин, неужели Лига здесь заблочил? Походу заблочил, да, дядь? Да, заблочил. Блин, Лига, конечно, за них играет максимально. В прошлой игре там вот здесь, а там на Пудже когда. Старание некры будут. Да, но видишь, нету, походу не будет. Сейчас МКБ сделаю. ГТшку. ГТшку заберем. Бура, куда полетит? Пока не видно, да? Пойдет душим по чуть. Арнуси ТШку заберет. Лига, не надо. Все в моих руках. Тут на бонике МКБшка уже есть. Сейчас задышу. Алейкум ассалам, Ахмед. How are you, брат? Мидас не зря собрал. МКБшка есть. Все. Все, го на базу. Даст и берем и поехала. Хотя на базу можно не идти. Можно здесь аккуратно чалить. Хорошо. Ну, ВТФ. Что ты делаешь? МКБ есть. Можно дальше на там БКБшкой и все. МС какой? 400-522. Жалко, ТПшки нету вниз. Варден прилетел. Я на низ побегу. Фу. Ура, лох. Там все сейчас будут. Все будут. Я так думаю, тут сейчас по руне кто-то убегать будет. Примем, если что. КБшка есть. Тэшку заберу и дальше пойду. Даже тут бы дагер бы рассмотрел к покупке. Блин, дасты очень сильно мешают передвигаться по карте. Могу сюда давать ТП, идти убивать, но, к сожалению, не могу из-за того, что дасты в паке. Может их дропнуть нафиг? Что за лоу-хоповый крип тут стоит? Очень интересно, конечно. Ну ладно, я быстрый. Надо тревеламушку бить, не крачи есть уже, да? Побежали. Побежали. Аппарат холодильникович. Хорошо, здесь отличная позиционка будет. Опа, Варден. Хорошо. Надо пушить по чуть. Баттер, МХшник, да, брат? Блин, не замечал даже. Даже не замечал. Даже не замечал, дядь. Можно сейчас пофармить чуть-чуть. Пофармить чуть-чуть можно. Ну я Т2 забираю. Т2 забираю. Т2 заберем.
Вардесен, 3 есть. Погнали. Ребята там дерутся вовсю, но они дают отпор, нормально. Гоу. Аквилу в помойку. Три 500 есть. Паника? Да чё паниковать? У них там просто нужно фармить, и игра их, в принципе. Просто нужно пофармить. Курумагас. О, 800 золота. 300 золота и можно заканчивать. Хорош. That was my plan. Как дела, брат? Well played. Как дела, брат? WP. Бро, all is okay. All is okay. We are playing versus... streamer Nugging, bro. Do you know about this streamer? The streamer have a... good microcontrol, bro. We are play versus my subscribers versus you, his subscribers. Strong games, bro. Interesting games. It's third game, bro, and we are have to win maybe this, the second win. And one lose. Try win this, брат. Спасибо большое за поддержку, бро. Спасибо. От души. Thank you so much, брат. Z идет. Не успел. Хорош, но умер, скорее всего. Очень много хп. Пай, Глиммер может дать жизнь. Неужели выживу? Не-е-е, ну жалко. Жалко, конечно. Там батруха. Уйдите. Хаос задушит. У них везде варден, мне надо походу гем взять какой-то и довардить, да? Cool game, thank you, брат. Ну, БКБшка next, там молнию. Ну, нормально, хекс уже есть, с хексом можно работать. Я сейчас пойду просто по таврам и все. Некрач был, а он разве третьего левела? Вот здесь я видел, что некрономикон уже, вот здесь палило. Вот здесь. Там разве третий некр? По-моему, там не третий некр. Вряд ли там третий. А, третий уже. Ну, значит, некр пропалил. Он, скорее всего... Хотя, вопрос. Я вот здесь был, тут туман войны. Я не знаю, поднял он его, не поднял уже. И тогда поэтому, может быть, и видно было. А так не знаю. Не знаю. Возможно, если так, да. Ну, значит, заранее поднял. Либо, может, тут в центре стоит, он поднял. Потому что, а что бы он поднимал? Вот здесь понятно, в кемпе поднять, фармить. Это понятно. Что в кемпе фармить. В кемпе фармить это понятно. Я гем, наверное, сейчас возьму. Хотя лучше БКБшка. Если в меня будет ульт аппарата залетать, будет тяжело. Ай, нету крипов, где... Вот так сделаем. Так вот сделаем. Манта. Хорошо.
Я бы на рожь пошел бы. Ай, кура летит, да? Черка. Не успел. Завардите? Рошу, голбью. Фига себе ты наглый, дядь. Солринг можно дропнуть. Вот здесь от фарм. Можно. Да чё тут? Почему заблочено вечно? Фура что ли выфармливает? Я, наверное, БКБшку сделаю. Да камон, ну хватит. Ну сколько можно лагать тоже? Мусор. Конченый интернет. У меня раз 10 уже залагало. Спасибо за подписку. Да хватит! Как играть? Боже. Ну, а, я не схавал крипа. Помойка кончена. Ну, ГГ, я походу отлетел. Что это? Можно доиграю, пожалуйста? У супер-мега интернет на шаг впереди. Можно я доиграю, пожалуйста? Я вас умоляю. Конченые просто жесть. Каждый вечер одно и то же наблюдается просто. Опять. Ну что это? Боже. Какие же интернетчики мусорские. Какая у тебя скорость интернет? 100 мегабит, чувак, не поверишь. Оптоволокно. 100 мегабит, оптоволокно. Ты веришь в это? Я не верю. Это называется обдиралово бабок. Все, не больше. Тупо обдиралово. Я просто вот так вот каждый вечер одно и то же наблюдаю. Это просто ужас какой-то. Я пойду по низу. На шаг впереди, тайгет. Самая лучшая оптическая сеть, как они рекламируются постоянно. Прям самая лучшая. Самая лучшая. Самая худшая. Самая худшая оптическая сеть. О, можно вот так сделать. Хорошо. Тайгет. 1300 рублей в месяц, если что, кто не шарит. Крипа. Заберу. Опа, сатряк стоит. Там внизу кто-то умирает, да? Идем. Пятером, хг. Я не крачей, походу, буду хавать. Не варик по-другому. Походу будет. И нет, у Хена гонит. Ребят, перезайдите, пожалуйста, кто на стриме, перезайдите, обновите страничку, у вас все будет нормально. Все будет норма. Если перезайдете, будет отлично. Так, я кушаю крипа. Вставляю на лоу хп. Кушаю некрача. Вот так вот, найс. Настоящий, не пойму. Он тот.
Жесть, суета, конечно. Надо было пушить просто. Но фигню сделал я, под Т4 забежал прям. Ладно. Надо даггер купить. Если я даггер куплю, в такие ситуации буду прям солить. Прыгнул соло, захексил, убил. И надо тревел взять. Минута Аеги. Хреново, Аегу не реализовали. Идет. Не крочи-то деньги, да? Сейчас падает Аегис. Главное не сбить реген, чтобы на базу не идти. И можно еще один слот купить. Наверное, молнию куплю фуловую. Пока БКБшка не осела. Молнию фуловую куплю. Сейчас опасно, танчик крипов, Аеги должна закончиться. Все. Не, прикинь, в тайминг ровно. Ровно в тайминг. Но наяриваю как могу. Эх, ману сжег. Опять лагает. Да чтоб тебя, блин. Сколько можно лагать, я не понимаю. Ужас, конечно. Сорян, ребят, ну, такое дерьмо. Уж. Пойдет. Захейтили, получается. По идее, вторую сторону добиваем. Пойдет. Молнии, да, скорость атаки заделаем. Да, сделаем молнию. И медас дропнем уже. Все, я бы... Хорош. Отличная драка, да? В отличие от предыдущей. Пойдет. Тревел возьмем. И вот так вот. Все, зафулились. Ребята загнобили на самом деле всю карту в тиме. Но и мне помогли, и все нормально. Душим. Хаос не вывозит соло. Ну, лаги тоже, ребят, сорян. Что такое себе? Подаем все. Такой вот затарчик делаем. Так вот, делей. Какого черта, чел? Ну что ты делаешь?
Но пока в БКБ нечего бояться. Ну я умер тут. Я умер. Но хренью страдает БТР. Зачем он мне сбил заход? Я сколько на ХГ простоял, чел. Ну это такое себе. Гем. Не знаю, зачем он это сделал. По кайфу, по рофлу. Вот. Ну теперь что, сами атакуйте. Очень странно. Блин, у меня лагает весь стрим. Прям ужас. Ну ладно, это все равно не особо, я думаю, повлияет на игру. Но Беттер, конечно, фигню сделал. Еще и сам форсанулся оттуда, чтоб я на ХГ стоял. Думаю, возьму Travel 2, сейчас пойду сразу нападу, там кто-то фармит. Захексил в атаку и поехало. Но, блин, нет, он решил по-другому сделать. Решил меня на ХГ поставить просто и все. Очень странно. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписываться. Спасибо большое всем за поддержку. Души. Круто. Найс, сегодня интернет что-то воскресенье. Вчера так сильно не лагало, сегодня вообще ужас просто. Интернет вообще шальной. Жесть, я еще до сих пор в таверне. Печально, конечно. Жестко. Ребята до сих пор дерутся. До сих пор. А я чисто вот только сейчас выхожу с таверны. Это так забавно выглядит на самом деле. А ща я смотрю, просто у меня красная зона стриминга. Просто тупо красная. Не знаю почему, но это... Прям аж... Четыре секунды. Бей, вот тот настоящий. Но это хреново то, что сейчас происходит, потому что... Ой, ну это еще хреново. Ну я понял, вообще жесть. Просто минут 10 одно и то же с интернетом. Что это такое? Ой, стримлю, круто. А толку я туда байбэк, на что я там сделаю? Собрали. Конечно, еще 10 минут будем играть. Но ты же меня на ХГ держишь. Вот и будем. 10 минут. Чего нет-то? А, жесть. Ну как же меня это задизморалило? FF, go. Пусть выиграют. Я, честно, не знаю, меня жесть как вот отсюда задизморалило. Прям вообще бред, конечно. Гем еще... А, жесть. Какой же это бред. Еще эти лаги постоянно. Я прям не вытягиваю. У меня мораль очень сильно падает. Что это? Ну за проклятие какое-то.
this town needs help. Да реально нету мотивации после вот этого мува. Плюс я в топе сейчас сдох. Прям реально мотивация очень сильно упала на эту игру. Вообще, еще лаги дизморалят очень сильно. Могли эту игру давно закончить, ребята зачем-то растянули. Прям жесть. Реально очень сильно задизморалило. Лаги, лаги вот эти, не знаю. Без байбека сдох. Прям ужас какой. Печально. Типа сейчас вот такой еще один лаг в КГ, я умираю, игра заканчивается. У меня просто лагает, не могу ничего с этим сделать. Ничего не могу с этим сделать. Блин, хорош. Аппарат, кстати, умрет сейчас. На лассо его возьми, не мороси. Надеюсь, не залагает сейчас. Надеюсь, не залагает. Хорошо. Идем. У него был фор, зачем он ХГ не вытолкнул? Он себе его дал, чтобы спуститься. Реально, сорян, но это немножко подморалило. Еще лаги атакуют. Прям вообще жесть. Оу, чувакабры. Можем закончить. Они Рошана берут, да? И, а, Рошана уже взяли, деревья стоят. Уже взяли же Рошана. Блин, я сейчас чувствую, на ХГ зайду, у меня опять залагает, ребят. У меня опять интернет скачет, я вижу по АБС. Сорянчик. Глиф нажали. У них трон падает. Но хикса нету. Это настоящий. Хорошо. Ну, good game, ребят, сорян. Ну, такое что-то поддизморалило под конец, но все равно сделали красивую... сделали красивую игру. Это у нас третья катка такая. И, в принципе, мид проиграл я тут. Что-то как-то на середине камбэкнули за счет команды и в целом подвигались. Ну, пацаны молодцы, ВС. Я не знаю, что мне делать с лагами, конечно, но катка получилась прикольная. Молодцы, ребята. Додушили. Я думаю, вас всех бесили эти лаги. Это просто ужас какой-то. Поменялись составы. Добавилось несколько новых игроков у Нагинга в команде. Все стримеры там. Будем сейчас либо выигрывать, либо проигрывать. Очень жестко лагает у меня. Подлагивает. Надеюсь, сильно лагать не будет. Чтобы можно было плейть. Задер на Као. Као надо дропать сразу. Я не хочу Каолина видеть в игре. Не хочу. Интернет-лаги. Добрый вечер. Добрый вечер. Кайф дотку. Фига себе, всю таверну побанили. Всю таверну побанили. Так, чей ФП? Excel-ка, ребят, Excel-мод, если прошлый мод был AR-ка, то это уже Excel-ка, будем играть на Excel-ке, поехали. На Excel-очке. Пикайте. Чакунка покажет грязи, да? Привет. Кунка покажет грязи. Че, на вайпере постоять?
Ну ладно, go. Let's go. Станем центр на вайпере тогда, окей. Пока диффузика нету, можно настакивать. Я в центре постою. На шайпере. Так, ребята по пику, походу, немножечко поплыли. Увидели наш пик и что-то подумали. А чё нам брать? Гайды. Ну все гайды, на всех героев гайды есть. Какой тебе гайд надо? На какого героя? Все гайды есть уже, на всех героев. Ничего же не меняется. Если бы какие-то обновления были, я бы, может, сделал. Но я могу в тупую их крутить целыми годами, но с чем смысл? Если все уже отписано, ничего нового вы там не узнаете, хотя вы, в принципе, и не знали, и не знаете, потому что вы не смотрите их. Говорит, Омника берет Вич-Доктор, это база. Это просто не база, а базейшество, дядь, потому что это Лига Диос. Лига Диос — это мощь. Парнишка знает суть дела, смысл дела, суть. Жесть. А какой фонтан, чувак, у нас тут зарубы. Фонтан. Салам. Дела нормально. Пока что мы ведем. Что-то долго так думали, пацаны. Мангус. На-на-на. Ну, что-то на драфтах паузы, вот это я не люблю, потому что XL мод, он не играется с паузами. Нужен кор пикает БХ из-за лора. Правильно, дядь. Правильно. Гайд на баре ничего-то не очень вышел, остальные гайды с удовольствием посмотрел. Ну, братан, значит, тебе бара не нравится. Интересные же игры были. Жесть. Да мы уже показали, кто тут раком, братан. Зачем еще раз показывать? Нормально же. Не моросите. Аба даже веселее. Абадон. Абадон. Интересно, кто центральный коридор пойдет здесь всем? С вайпера. Тяжко будет.
Лол, если у него реально есть там. Сейчас в ТГшке посмотрим. Есть. Чё ластом они? Виндранку какую-нибудь возьмут ластом, чекай. Я тебе говорю. Приветствую, на что играете? Виндранка, чекай. Прочитано просто. Посмотрим. Главное, чтоб не лагало. Оксан, поэтому и берет. Так, что там у них по файту? Ранний файт у них такой, торренты, подтяжки, да, там, подтяжки. Подтяжки. Посмотрим, как пойдет. Че ВД там втухает? Давай, поехали. Ехала. Вивер готовится в атаку. Лаги опять, не знаю. 1500 битрей, спасибо. Спасибо. А то пойду. Бей. Хорошо. Пожог хилочек на базе. Чилим. Хорошо. Right.
Ждем, пока Вивер придет. Вивер на ганг пойдет. Может грязи наделать. А пока чилим. С лагами. Пока что чилим. Пока что чилим. Пока что чилим. Вард, знаешь, я не купил. Чего? О чем ты? Что такое вард? Вард не знаю, брат. Это что такое? Вард я не умею. Вард есть, что такое? Павел, что ты за хрень несешь? Жесть, ты параноик. Тысячи битрейт, то, что я заслужил сегодня, между прочим. И что озвучка английская, и что теперь? Что ты за хрень несешь? Жесть, бестолочь. Дайте бан ему просто, таких людей здесь не должно быть. И люди на этом стриме не нужны. Сразу говорю. Так, там лайны, походу, поддушили, да? Вам дайте ему просто, забудьте. Все. Мог не забирать, но ладно. Спасибо, Иван. Какая-то чушь просто несусветную несет. Вообще жесть. А чё ж ты тогда не говоришь про другие языки, там, про узбекский, казахский? Чё ты тогда? Что ты? Чё, потерялся сразу тогда или что? Чё за хрень какую-то высрал? Вообще жесть. Другие языки тоже тут используют, ребята. Но, конечно, нежелательно, чтобы надо, чтобы я понимал, что они говорят. Но ты такую чушь высосал просто. Про озвучку английскую. Чел выдал какую-то непонятную базу. Базу непонятно для кого, непонятно зачем. Ну, лаги, конечно, сегодня у меня неистовые. Я так чувствую, походу, сегодня Next мы не играем. Прям вообще жесть, как лагает.
Походу сегодня Next не играем. Жестко. Как можно отвлечь от игры? Берешь тупой, пишешь тупой вопрос, какой-то вообще оскорбляющий национальность. И все, вот так можно отвлечь, дядь. Непонятно к чему, чел высирает какую-то ересь. Очень странно. Давай-давай этого зажимаем. Щиток. Ну дай! Но ты же уже замахнулся. Боже, что за бред ты делаешь? Боже, какого хутора? Из-за интернета, да, когда вот так вот идет картинка, это интернет. Блин, ну вот меня оттимейт, вот заруинил. Я не понял, зачем он отменил. Он замахнулся, отменил зачем-то и потом опять замахнулся. Ну очевидно же, что будет волна. Очевидно же. Очевидно же, что волна будет. Так, я сейчас тут, походу, отлетать буду, да? Найс. Ой, в помойку. Паки просто. Я просто жесть мотал. Ты бы помолчал сейчас. Рот мне заткнул. А ответить я не могу. Гений, бля. Ничего не понял. Что за донат? Ну, меня моралит просто. Что-то меня сегодня за КЦ люто моралит. Он на БТРе меня на ХГ запихивал в прошлой игре. Сейчас хил не дает, хотя мог. И что-то я моралюсь очень сильно с этого. Вообще жесть, как заморалился. Не знаю, просто слив игры на ровном месте. Такой. Ладно, я просто мита пока долбить. Хрен с ним. Го мид долбить. Ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать. Чел на виндранке уже камбэкнул все свои артефакты. Я столько импакта внес, 4 в 4 фрагах участвовал. При том, что мид хорошо задоминировал. Но уже нет никакой доминации, потому что, ну, на миду переигрался. Походу. Помойку. Не знаю, жутко сейчас тильтанул опять. Второй раз уже. Играешь... На фул ребята что-то не хотят ничего нажимать. Жесть. Не знаю. Да не, при чем тут бан? Ну я не знаю, просто он же давал кнопку уже. Смело же забирали бы. Я ж тоже наперед думаю. О, Абадон прилетел. Пойду дальше. Пойду дальше. Абадон прилетел. Абадон здесь. Абадон кинет щит. И можно идти, пройтись. Догоним на фазах. Ну, нет так. Не знаю, может мидат сделать и фармить просто. Потому что старт очень плохой какой-то у нас. Я вроде нормально отстоял, но... Не будем настраиваться. Хрен с ним. Но, честно, что-то подкосило. Откосило, честно говоря. Честно говоря, что-то подкосило, сорянчик. Yeah.
ГГ. Brethren's town is under attack. Я через Мидас пойду. Я не вижу здесь нормальных актуальных файтов. Вообще не вижу. Ничего не могу. Куда прихожу, везде фит просто идет. Что, не понимаю вообще эту игру. Ну, минус мораль просто. Мид отлично отстоял. Дальше... Просто наперед думаешь, что-то расстраиваешься с того, что немножко как-то не так. Просто в Мидас выхожу и фармлю. Будем в лейте играть. Очень сильно дезморались в этой игре. Бардов нету. Под пиво заходит стрим. Приятно у тебя. На бойнике также. Мид вроде нормально, но не нормально. Какие-то качели тоже Мидас сделал и просто фармил. И нормально было. Ризрака как-то, блин, он сейчас огромный будет просто. Здоровенский. Здоровенский. Не знаю, как будем останавливать его. У Еса даггер, но нету левела. Никого на карте нет. Опасно выходить, мид мне. Как-то опасно. ПР-ка клеймор. Возможно, лотар, да, пойдет? Там корабль уже полетел. Да две карты выиграл, то понятно, дядь. Это тоже можно выиграть. Мид отлично отстоял. А дальше просто хз. Чё-то они просто что-то потерялись по игре, пацаны. Я прихожу помогать там. А что-то толк какого-то нету. Я залагал. Чалька. Ну, ничего страшного. Может быть, как-то интересно наоборот даже будет. Но если этот парень вылетел, то уже неинтересно. А, все. Ливнул. Язер ливнул просто. Крашнул, нифига себе вовремя. Да пофиг уже. Ой, вы фигню какую-то делаете, я вас вообще не понимаю. Один прилетает, вроде дает, но не дает. На ХГ закидывает, что-то какие-то рофлы непонятные. Вроде играем, не знаю, либо по рофлу, либо на серьезку. Ну, хз. Такое себе. Пофиг, эту игру до конца доиграем. Выиграем, проиграем, пофиг. Будем до конца играть. До конца поиграем. А че герой стоит? Блин, ну пока под контрилом.
Классная дота. Ларк фармит, не приходил, да? И как сложно подконтрить, жесть, ЕСа не могу, так... Такая дота. С Ларком бы. В лейте сильнее. Да, мы до лейта не дотянем тут. Если я тупо АФК фармить буду, ну... Но у меня варианта нету, я нормально отстоял, но помощи никакой нету, чисто... На топе уже от тильта пошел фиданул. Мог там не фидить, не знаю. Моралят. Меня что-то заморалило сильно. Ну сейчас засвяжешь, ну зачем ты идешь? Если бы ЕСа рядом не было, блин бы что вышло. Медасить надо, фармить. Может быть, что-то выколотим. КЗ. Давай, пока он под маледиктом раздамашиваю, все. Печально. Прикинь, задоджил. Хорош. Ну, Bloodstone слили. Так, есть? Хорош, просто на агрессии. Там бускнул. Найс. Нормальная, сильная драка получилась. Сильная. В плюсах хороших. Пойдем на той форманю. А риздрак очень плотный. Плюс там еще этот. Радик. Дагер забрали. Ну, ЕСа оставить. У меня сейчас дилемма. Абадон в радик хочет выйти. Тогда я во что-нибудь другое пойду. Не попал прыжком, прикинь. Ракин. Раки. Души, души. Сейчас тут будет мощная драка. Не бегай, не бегай, пытайся выйти, дядь. Я очень долго иду. Очень долго иду. Пойдем вниз дефать. Абадон, есть Радиенс? Купил ты? Дядь. Купил Радик? Нет, Мидас не откатывается тут и Тинкер. Ну, ВГ или... Мека лучше вайперу. Дядь, вайперу лучше что-нибудь посерьезнее. Ну, в командной игре, да, мека офигенно заходит, безусловно. Прям хорошо заходит. И
не столкнул, отойду. Да, лиге тяжело немного в таких играх, он теряется. Тяжело. Так, радик есть, уже хорошо. Я бы ДПС какой-то был. ДПС. В 2007 собирали все, что видели, дядь. Чем меньше хп, тем сильнее раздамажит вайпера скилл. Чем меньше хп, тем сильнее много... Тем больше урона у тебя с руки. Сейчас там врыв от Магнуса будет, скорее всего, да? Там Магнус еще жив. Но заберут его. Хорошо. Хорошо. What is your wish? Where shall I strike? By Ashara. У него глиммер, как-то бы глиммер задоджить его. Блин, если я на варде стою, это хреново. Я могу сейчас умереть. О, нифига себе. Иллюзия. Надо детекшн какой-то. Вообще можно глиммер тоже сделать. Абадон у ради хорошо заходит. Отлично заходит. Он долго живет и много дамажит. У вайпера чем меньше. Нет, чем меньше у цели хп, тем лучше. Все успевает, дядь. Надо в этой жизни все успевать. Все надо в этой жизни успевать. Рошана. Раз они Рошана, я глиммер тоже сделаю. Добрый вечер. Дэшечка. Я, кажется, не успею уже. ВРК на топе. Змейка веника бьет вайпер, то, ну не знаю, караси вот так работает, дядь, почему-то. Тупо работает, но работает так. Почему-то карасив такой. Эх, промах. Какова вероятность, что промах вылетит? Конечно, 100%. Чувак, ты че там, погибаешь молодым, что ли? Убегаем, дорогой. Все, все, подрались, отходим. Ну, ульта Абадона нету, не знаю, смысл, что мы тут трёмся, слишком узко.
Тройку ему. Абадона скосили. Хорошо. Найс. Б. Там ВРК еще живая. ВРК раздаст немножко стиля. Нормально деремся. Сильвер, пассивку кому вырубать? Ризраку, что ли? Да ну. Он хоть и дамажит, дядь. Но я не думаю, что оно того стоит. Я тут какой-то бы... Что-то такое надо сделать, чтобы сливать их всех. Видишь, как дэмэдж сейчас, как драка, как проходила. Кунка там пошел, корабль кинул, через корабль убиваем. Золото пока что капает, по чуть. Медасик работает. Время в нашу сторону тоже может хорошо сыграть здесь. Сларк тоже жрет немножко. По чуть, по чуть, по чуть. Я бы такой бы дастики взять бы. С дастиками работать. По кайфу будет. Чел в чате говорит, ты хиленький. У меня 1500 хп. У Абадона 1400. У Сларка 1300. У ВД 1300. У меня на 29 минуте сколько хп? 4000 должно быть, что ли? Молнию надо сделать. Молнию, с молнией можно забегать, плюс БКБшка и что-то делать, какую-то грязь. Лично вот это мое мнение. Как-то, может, должно получиться. Я бы БКБху бахнул. Сейчас посмотрим по золоту. Фармим, ждем, пока Вивер дотолкает. Ну и дальше продолжим. Виндранку я подперефармил чуть-чуть. Ну, то ладно. Сильвер купила. Ну, манту оставляем на сильвер. Можно БКБ сделать. У меня опять лагает, невозможно. Две 200 есть. Барбекю. Подбайтим. Хорошо. Отходи, дядь. Гоу туда. Ну, зря он мог ультануть, выйти уже. А сейчас к нам сюда вся толпа придет. Так, меня дали. На меня сливать толпы будут, да? Манта КД. Герой влево-право бегает. И так тупо. Мизманы. Ну ГГ. Хреновая драка. Хорошо, хоть кунку запинали. Абадон, беги, дядь. Ты сможешь. Давай, давай, ульта есть уже. Хорош. Дескойл. Мужчина. Вернул его. 40 секунд реса. Без маны. Хп нет. Хреново. Но меня четвером убивали. Не знаю, я даже такой бы сейчас БКБшку, да, из БКБшки дамажить. Наверное, БКБ все-таки. Я очень такой плотный. Гем. Ивер. Уйди, да ты.
Ну, на Абадоне дефаем, короче. На Абадоне. Даже мне кажется, что-то типа Аганима могло здесь зайти. На дистанции держать их. Прям по кайфу. Ну, можем чуть-чуть, да? Или не можем? Не-не, стоим уже. Стоим уже. Но Вивер опять вернет кого-то. Я пойду на топе толкать. У Абадона есть ульт, есть. Все, нормально. Нормально. На Абадоне можем выезжать куда-то, если чё. Сларк Пойнт бустер купил. Ну, ВД, ладно. ВД не столь значимая цель. Хрен с ним. Уйдите! Пофиг на ВД, он все равно будет умирать мне ХГ. Вардик. Зонга ролик, вечный результат с Аганим, Вивер и Леорик. Да, можно, можно, дядь. Почему нет? Можно. Если Сларк начнет, можно прям, ну, типа кунку прыгнуть, какого-то подсливать. 4000 золотых имеем. БКБ. Я не уверен в БКБшке вообще сейчас. Вроде и хорошо, но... Типа, как бы я не понимаю. Когда мне ее нажимать, то БКБ, потому что драки у нас как таковые... Сейчас бы ЕС офисурку подконтрить. Еса фиссурку бы. А, Аганим офигенно здесь отпуливаться бы. Помог бы. Хорошо. Это Аегис только. Отходим. Это только Аегис был. Отойду, захилюсь. Еса вывести. Жесткий хайграунд деф у нас тут, конечно.
У них там стороны пушатся. Как долго в дефе, да, сидим? Прям вообще жесть. Но золото капает. Идем, идем. Они отошли. Кого-то зацепить можем? Не можем. На деф ушли. Зацеп! Сларк! Сларк! Сларк, лови! Чел на Сларке. Даггер, 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 бро, даггер. Ой, бро, ну про... Ой, печалька просто. Чел на Сларке спит. Даггер есть. Все есть. Не успевает. Да, беги ты. Давай, давай, вот сюда, чек. Он на тройке ушел. Ушел. Сларк не успевает просто. Вот сейчас, когда они ТП дали, надо было... Если бы двоих забрали, идеально было бы. Прям идеально было бы. Прям то, что нужно. Прям идеально. Боже, как у меня сегодня стрим лагает, просто нереально. Тупо по колдауну. Лаги, 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 лаги. Просто невозможно стримить. Ну, от хэга стоим. Ларк, стакай, брат, ты же можешь стакать. Ты же можешь стакать на Сларке. Так-то. Хорошо. Корабль положили, он на стоп падает, да? Ну, с плитом. Ну, дастов нету. Ну, топ у нас упал, мы так и проиграем здесь. Пятого игрока нету. И детекшена нету. Что в бэкдор хреначит. К сожалению, такое просать не варик. На Сларке не бьет, не знаю, не хочет почему-то. Прям категорически. На Сларке должен прыгнуть, какую-то суету наводить, он просто стоит. Здорово. Игра потная, очень, чувак. Тысяча, 500 еще. Пойдем по топу, поведем. Вот здесь вард поставь на ВД. Да вард поставь просто и все, да вардни. Where shall I strike?
У нас топ пропушен очень сильно. Но они решили просто, они не могут в лоб, они будут сплитом забирать эту игру, скорее всего. ЕСа вроде крашнула, как говорят. Там детекшн еще нужен, но сейчас молния есть уже почти. Они будут сейчас на сплитах. Молнию бы не просрать. Давай, 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 хорошо. Сларк должен... Но у него нет до сих пор БКБшки. Он, я не знаю, там на что-то поинтбустер брал. Зачем? БКБшкой прыгай, добей. Настакивай. В чем проблема? Настакивал бы, да и все было бы огонь. Ему нужно настакивать на Сларке. Он 8 пичек настакал. То главное, чтобы Виндранг сейчас не подловил его. Цепляй. Хорошо. Хорошо. Вот примерно так и надо здесь сейчас. Во, Абадон прыгнул. Хорош, дайгер имеется. Вот так вот и делать надо. Ризрак там работает. Я сейчас, скорее всего, тоже дайгер возьму. Вместо Мидаса. Ой, баш какой. Найс. Все, я отошел. Так вот. Тут тоже деф. Да я знаю, ребят, лагает. Я ничего не могу с этим сделать. Могу ничего сделать с этим. Конченый интернет сегодня, просто мусор стрим. Тотал. Арчит. Мне кажется, Башер лучше бы зашел, чем Арчит. Хотя как посмотреть. Сларк БКБ есть. Стакай просто. Опа. Хорош. Хорошо. Я за травелой пойду. Ой, поймал, хорош. Т2 сможете? БКБшка вовремя жмакнул, кстати, в прошлом файте. Нормально прям. Прям нормальничка. Сего на базу тревел берем. Можно, в принципе, взять не тревел, а МКБ сейчас, тогда я буду просто машиной. Погнали на базу, регенится. ЕСом подконтрим, если что. Сларка 13 заряда, должны я их забрать, я думаю. 5300 есть, да, МКБ шестерка стоит. В принципе, 1000 там, что так 1000, что так 1000. Убить? Кресте. Хорош. Задумался.
МКБшка есть. Найс. Блин, ребят, сорян, лаги невозможны. Я понимаю, что вам некомфортно смотреть, но хрен с ним. Пересмотрите. Пересмотрите. Пересмотрите на записи, потому что я смотрю, лаги просто неистовые. Мне главное успеть шекель задоджить и все. Хорошо. Хекс готовится, да? ТП дал. Он Сларк должен вот это настакивать. Настакал, отошел. Настакал, отошел. Вот. Только не умри. Монетка пойдет. БКБ зачем? Ну, Сларк у нас руинит немножко. Все, есть БКБ, есть. О, еще и сдохнет. Все, в ХГ. Руинит на Сларке, парнишка немножко запутался. Ну, вдвоем дефиться будем сейчас. Проем. Есть? БКБ не успею даже нажать, да? Ну, ГГ. Ну, Сларк слил сейчас. Байбеков нету, ничего нету. Good game. Эх, меня просто в РП посадили, я ничего не смог нажать. Диспел, если б дал бы, может быть, то я бы нажал бы БКБ. Сколько мне до байбека? 1700. Ну, не знаю, почему Сларк. Да в глимере иди. На ВД. В глимере зайди, дай кнопки. Ставь ульт. Ставь ульт! Все, уже не надо. Блин, не знаю почему, но Сларк решил отдать эту игру. Решил отдать таки. Ну, ласт бараки остаются у нас, ребят. Шансы еще есть, но... маловероятно, конечно, потому что Сларк у нас немножечко не доигрывает прям. Ну, чуть-чуть совсем не доигрывает. Аегис слил, БКБшку не нажал. Ну, пытается, наверное, пытается. Но будем надеяться, что он пытается. Потому что это прям... Да, могли выиграть четвером, но, видишь, Сларк немножечко решил иначе сделать. Усложнить немножко доту. Немножко усложнить. Но я тоже, видишь, подставился под РП. Ну, а как там не подставиться? Надо вроде и дамажить. Ну, и хрен его знает, дядь. Я пытаюсь, что могу делать. Я выфармил свои 6 слотов. Вот, вот этому парню Аегис доверили. И видишь, как получилось. Немножко, ну, не пошло. Пусть научится еще. Там можно было и кнопки успеть нажать. Dark Pack, там ультимейт. Не знаю, он просто... как будто вот так убрал. Знаешь, и все. И забыл. Че, как в доту играть вообще?
Мы ничего не спушим, не знаю, зачем мы идем. Толкнитесь и только. Хз, зачем идем, я без ТП. ВД тоже мог сейчас спокойно дефнуть прям по кайфу. Глиммер не жмет, надо глиммер нажать и идти. Я сейчас тревел попробую нафармить, чуть-чуть осталось. Четыре опса, нифига себе, вот эти две точки. Так, тревел есть, хорошо. Нытье делу не поможет. Причем тут нытье? Это комментарии. Дефолтные причем. Сларк взял, пошел, слился. В чем проблема? Что значит нытье? Это комментарии. Это комментарии стандартные причем. Я и говорю, пусть, пофиг, все, закончили. Ничего страшного. Нафидел, и что сделать? Все, ничего не сделаешь уже. Если чувак на Сларке так сыграл, уже что сделать? Ничего не сделать, чувак. Ничего не сделать, братан. Что сделать? Все, ничего, ошибся. Ошибся, ничего не сделать. Сейчас мид попробуем толкнуть. Уже ничего не сделать, дядь. Меня, конечно, через РП могут тут прям... Прикинь, РПшку положат, там виндранка даст. Кнопки. Чалька. Попробовать только ва-банк идти, брать рапиру, идти пытаться ломать, мне так кажется. Что со стримом? Да лагает, я не знаю, ничего не могу сделать. Весь стрим так. Просто верхний, сверхний с интернет. Ничего не сделать. Просто интернет. Мусор. Мусорный стрим, конечно, жесть. Так, хорошо. А, Бадон тянет, хорошо. Но если Т2 заберут, будет прекрасно. Но не факт. Не без меня дерутся, я тупо на дефе стою. Лучше бы ВД на дефе стоял, не знаю. Чтоб на дефе стоял ВД. Аегу, Аегу. Yes, oh, no. Well done.
Гейм Хекс, нифига себе там. ВР-ка не забрали? Вижена не хватило, прикинь. Вижена нету. На ВР-ку вижена не хватило. Просто. Хорошо. Прям вижена не хватает. Ну, стороны пока. Ну, Сларка нету. Где Сларк? Пойдем. Ну, придут добивать. Придут добивать. Придут добивать сейчас. Стоим, дефимся, Tower Defense всю игру. Заберут что-то. О, понял. Сейчас скажи, он уйдет. Ну, понятно. Все, мид. Ну, Сларк тут не доиграл, ладничка. Ну, мы пытались, ребят, максимально жестко давили. В дефе сидели сколько. Ну, и, конечно же, к сожалению, ничего не произошло у нас тут. Победы мы здесь в этой катке, к сожалению, не увидели. Со Сларком в кэрри, к сожалению, победы мы здесь не увидели. Очень, конечно, тупо. Не знаю, почему настолько плохо, но могли выиграть здесь смело. Даже вчетвером. Даже вчетвером могли выиграть. Не хватило рук, как будто прям. Вообще жесть. Да уж. Просто тупо вот. Как на Сларке можно с таким затаром проигрывать, я не понимаю. Прям, ну вообще не понимаю. Печалька. Привет. Да чё ты боишься на Сларке? Ну почему ты просто бегаешь в инвизе? Напади, подерись. Блин, чувак, это ну так глупо выглядит. Жесть, Сларк боится нападать. Напади, будет что будет уже. У тебя все есть, БКБ, Shadow Dance. Прикинь, просто не хочет. Не хочет на Сларке. Просто вот, ну реально, как будто, не знаешь, как будто сказали, все, братан, не играй. И типа, ну реально не хочет. Просто тупо не хочет начинать. Вот сейчас прыгни в кунку. В чем сложность? Просто прыгни. Вот в итоге, пока я не начал, да, он типа не пошел. Жесть. Жесть.
Очень странно, братка. Выглядит, конечно. Даже сейчас есть Shadow Dance, боится нападать. Братанчик, ну так вообще, конечно, не пойдет. Прям вообще не пойдет. Shadow Dance есть, есть все. Ой, бро. Ну прям вообще, ну печалька. Dark Pact по КД, там столько станов, дядь. Чисто Tower Defense. Ну будем Доталова дефить. Доталова буду дефить, пофиг вообще. Вообще пофиг. Ларк пока не начнет играть, буду дефить. Вот он бегает по кругу. Прыгни сейчас, оп, прыжочек. Сразу первую единичку там, оп, настакал, настакал, отошел, ничего страшного. Жесть. Если бы Абадон собрал то, что ты Дахар там пишешь, то мы бы уже давно проиграли, если что. Это так тебе, к сведению говорю. К сведению тебе такому, что уже бы проиграли давно. У нас Ларк немножко потерялся по игре. ВД. Гоу. Барби. Вот сейчас Ларк тоже мог подцепить же, да, брат? Мог, смог бы. Бегает, у него дагер есть. Не хочет. Хоть прям проси контроль за него, чтобы он прыгал и дамажил. Максимально странная катка. О, он прыгнул. Нифига себе, бро. Красава. Красава, дядь. Магнуса чуть позвонил. Абадона лопнули, да? Жалко. Бадона лопнули. МКВ, купи, продай, купи сатаник. Хорошо, брат, сейчас сделаю. Как скажешь, друг мой. Как скажешь, браза. Как скажешь, браза. Зацеп. А что, лига на базе там тусит, брат? Лига, ты ж на базе на дефе. Блин, ну я не могу и дефить, и пушить. У нас безвыходная ситуация. Тупо моралить оппонентов и все. Да, вайпер либо даггера, либо аганима не хватило. Сларка не хватило, который играет, братан. Так бы выиграли смело.
это я тебе говорю. Я тебе говорю, брат. Ну, ГГ. На этом окончено. Сларк вот тут игру слил. Когда у него было Егис и все было. Все паки. Поэтому как бы проиграли. Так бы выиграли, если бы Сларк играл. К сожалению, в этой катке нам суждено было проиграть, ребятки. К сожалению. К сожалению. Ничего страшного. ГГ. Ну хорош, сегодняшние игры нам принесли 2-2 по статам. Я считаю, что эту катку мы максимально хорошо сыграли. За исключением Сларка, не знаю, почему он так сыграл. Ну, я считаю, что он вообще не доиграл здесь. Можно было эту игру реально выиграть даже вчетвером, но, как говорится, ничего страшного. В целом, катка получилась интересная. Надеюсь, она вам реально понравилась. Ну и на этом все. Good game. Ребятки, не забывайте ставить лайки. Ну и на этом все. Хорош.